По-любому ты какое-то говно, смотри, я уже вижу. Развалился, что-то оно соберется сейчас. Ну конечно, предсказуемо, каменный страж. Ясно, понятно. Боже, что это за запах? Свежее мясо. За мной пришла в эту дуру и как раз к обеду. Боже, вот урод, а. Эгэгэй, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, продолжаем проходить с вами Black Myth Wukong. Все-таки я узнал, как правильно произносить это слово. Короче, можно его как по-русски произносить. Короче, я немножко распределил очки по-другому. Вот, сейчас покажу вам, что я сделал. Так, не здесь, вот здесь я взял стойку выпадов. Вот, смотри, теперь мы можем вот такой вот удар делать. Ну, сейчас покажу. Вот такой, зажимаем, если тяжелый удар, он накапливает и бьет вот так вперед своим. Я не знаю, что это, палка, не палка. Так, давайте пойдем сюда. В прошлый раз мы сюда с тобой пошли, но я побоялся дальше идти, потому что он там волки уже ли, крысы. Кто это? А, нет, это чел, с которым можно поговорить. О, здорово. Ты очень кстати. Один из моих рецепторов съела нахальная лягушка. Выручи меня. Я божество. В долгу не останусь. И волк или лиса? Кто это? Выручить его. Типа лягуху убить. Там лягуха, да. Мы ее видели в прошлый раз. Она внизу. Так, лиловые личинки. А как к ней спуститься? А, вон она. Ни хрена себе. Так, смогу я ее одолеть, чуваки, а? Как вы думаете? Здорово. Ого себе, язычара. А ну-ка пошли. Так, я понял тебя, лягуха. Жесткая. Ой-ой-ой. Смотри, вот-вот. На, хорош. Она дамажит неплохо, кстати. А ты чё, охренела? Так, ладно. Ого, это чё? Ё-моё, молнии! Охренеть! Так, ладно. Понял. Блин, вот же говна. Тут уродка. Так, ладно. Ой, что это? Ой, как вылезти? Быстрей. Она ядом или чем меня? Электричеством каким-то. Давай, быстрей. Давай, змей. Да ёпа-мать, а. Ни хрена она бьет. Давай, давай, хилься. А, так у меня пустая. Ни хрена себе, боже. Вот это лягуха. Просто жескач какой-то. В принципе, я уже понял, как ее долбить. Надо долбить и долбить, короче. Да твою... Да ты посмотри! Да... Собака... Ой, хорошо. Что такое? Ой-ой-ой, тихо-тихо! Да вставай! Ну ёпа мать, как от этого уходить?
Эй. Да бей, бей, бей. Давай, что будет делать? Ой-ой-ой. Да твою мать, а! Вонючий искрой. Ой, хорошо. Давай. Ну. Сдохни. Ух, yes! Дух камня, крупицы ага, головастик, материалы получены. Ух, жесть. Так, ну что теперь пошли к этому чуваку? Так, записан новый рассказ об элитном Йогае. Я о Агае. Вонючая лягуха, какая она бесячая просто. Пошли к этому челу, что он скажет. Помоги, говорит, мне. Ну, я помог. Так, что доставить? О. Oh, how wondrous. Как замечательно. Что это мне что-то даст или что-то сделает? Man follows earth. Человек покорен земле, земле небу, небо дало, а дало природе. Бах! Чё это? These common pills. Дарую тебе эти целебные пилюли. Hereafter, с этого дня ты можешь сам создать их у алтарей. Я должен как можно скорее добыть горнило. Прошу просить меня за спешку. Снадобье защиты от зла. Нифига он испарился. В смысле? Так, мне дали возможность какие-то пилюли создавать. Так, а как? А ну-ка давай к алтарю вернемся, глянем. И, кстати, надо прокачаться. Восстановить флягу надо. Ну, отдохнуть. Ух, блин, ну... Так, изготовление лекарств, да, появилось. Так, что за лекарство? Это что такое? Усиливающее дрожжи. На долгое время увеличивает шанс критического удара. Дрожжи укротителя на долгое время увеличивает урон. А на долгое, так, короткое время постепенно дает концентрацию. Так, мгновенно снимает обморожение и ненадолго значительно повышает сопротивление холоду. Это то, что нету, да? Это что такое? Мгновенно снимает состояние шелка и ненадолго дает очень большую бонус сопротивлению шелку. Ой, хорошо, вот это как раз против лягухи. Мгновенно снимает состояние горения и ненадолго дает очень большой бонус сопротивления огнем. 5, наверное, я сделаю. Шанс критического удара. Кх, магазин купить, продать. Тут что, продать что-то могу вообще, нет? Ага, вот этих 15 штучек продать. Ну, вообще, давай лучше продавать перед тем, как вкачаться, я думаю, да? И прокачиваем вот это, выносливость. Так, здесь что? С каждым уровнем таланта увеличивает прирост очков концентрации от идеальных уклонений. А это что? Очень значительно уменьшает затраты выноса на прыжки. Ну, это такое себе. Видишь, надо вот эту ветку прокачивать, да. И потом вот это все. Окей, а потом будем видимо дальше что-то прокачивать. Так, хорошо. Пойдем, значит, мы можем идти вот сюда. Вот по лестнице налево. Посмотрим, что здесь у нас. Ого, вороны какие-то. Так, а тут куда? А, могу сюда пройти. Я тут был вообще, нет? А, вон там чашка какая-то. Фига себе. А, медитировать. Ой, хорошо, буду смотреть. Так, медитировать, это значит, очко навыка мне дадут. Это отлично, это надо. Блин, ну смерть что-то, это интересно. Что там за хрень такая? Царь обезьян. Царь обезьян, поход на запад, я так понимаю, называют. Ну, это то ли по мультику, то ли по... я не знаю, по комиксам, короче, из этой серии.
А вот кто мультики, может, такие смотрел, тот понимает, о чем речь, наверное. Почему поход на запад? Ну, видимо, мы идем куда-то на запад. Так, хорошо. А, здесь ничего, здесь это локация с лягухой. Как нам... Ага, вот тут был проход. Да. Окей, так, давай, да, очко навыка сразу потратим. Развитие, так, сюда. И вот здесь, что у нас? После 6 успешных попадая первыми 4 ударами серии быстрых атак, последний удар в этой же серии наносит дополнительный урон по области. Ну, имба, ладно. Так, а если пройти вот сюда и тут что-нибудь прокачать здесь, с каждым уровнем талант, так. Выполняя мощную атаку во время серии быстрых атак, активирует тактическое отступление. Избранный отпрыгивает назад и концентрируется на защите, готовясь снова нанести удар. После применения тактического отступления, использование еще одной мощной атаки, расходует очко концентрации, активирует сильный выпад. То есть вот так. Выполнение мощной атаки. А, навык пробужден, то есть это я уже делал. Но это фигня. Нет, ладно, давай тогда. Блин, либо выносливость, либо вот это. А, здесь две надо искры, прикинь. Ну ладно, тогда не тратим. Все, окей, пошли. Пошли. Так, ну я так понял, что вот сюда налево куда-то. Ага. Да. Здесь кто-то есть? Нет, здесь у нас. Есть только... Воля. Что за звуки? А, хрен его знает. Так, ладно, пошли сюда. О, здорово. Так, понял. Держи. Отлично. Так, минус. Есть еще кто, нет? А, тут и поверху мог бы пройти, да? Ага. Ну, прикольно. Так, ну это да, это мы назад возвращаемся к алтарю. Вон там уроды лучники стоят, которые стреляют. Нам, видимо, вот сюда куда-то. Ладно, пошли. Так, что здесь? Здесь куда идти? Ух ты ж. А. Этого мы видели, да? На. Ой, хорошо. Ой, там еще кто-то, смотри. Ты кто? Ни хрена себе. Подожди, чел. Дай мне вот этого убить. Да боже. А, там еще и лучники, да? Ну, понятно. А где он? Двухголовый хрен какой-то. Хорош. Две... Ой-ой-ой, поджог. А, понял. Три удара беда. Так, подожгли меня. Да боже, кто? Да ёпа мать! Кто херачит, я не понимаю! Да как? Пошел ты в жопу, да, там лучники. Реально. Ой, еще что-то. Напускай что-то. Хорош. Ой-ой-ой. Да кто? Что? Нихера себе. Да ёпа мать, как это? Ладно. А, мощно так? Боже, он вот окончен.
Ну, я застрял. Твою мать, а. Да уйдите вы, лучники, что тупые. Тут ты посмотри, что творят. Твою мать, вонючие лучники, а. Ненавижу вас, уродов. Ему осталось уже совсем чуть-чуть. На пару ты. Сдохни. Нихера себе, он еще и взрывается в конце. Ну боже. Сдохни. Фух, так, пряжа, мряжа. Ага. Поговорить? А, поглотить. Поглотить. Я думаю поговорить. О, это что такое? Открой ворота, да. О май гад, был. Это еще кто? Son, я прекрасно тебя понимаю, сын. Мне ли не знать о твоих страданиях? Второй принцип кучки песков. Но пока наш господин не вернулся из долины, придется набраться терпения, иначе нам не выжить. Ребята недавно ходили к алтарю. Говорят, там еще сильнее стало вонять, и кости везде. Боже, это же крыс. Кости не людей и не скота, там повсюду трупы наших родичей. Мохнатая тварь, но ничего, ничего, скоро господин об этом узнает. Боже, тихо, болван. Рано, рано еще кричать о нашем возрождении. Если бы твой бедный брат мне... Унюхал, учуял. Что это за запах? А, свежее мясо. Само пришло в эту дуру и как раз к обеду. Боже, вот урод, а. Какая... Так. Давай. Ой-ой-ой. Понял. А, он по нему кидает. Так, понял. Он по нему кидает сам. Давай, давай, ломай. Да тихо. Хорош. Вот урод. Ого! А как малютку бить? Да твою мать! Надо здорового сначала отхреначить. О, боже. Так, ладно. Что он будет делать?
Да как? Я же увернулся! Да ёбка мать! Никита в меня... Ну всё, боже, ты видел, сколько у него хп осталось? О май гад! Тот уродец маленький кидает, короче, камнями бросается. Не кидай, говорит, в меня. А тот попадает в него. Ну прикольно. Ух, ни хера себе! Ну все, больше хп нету. Да ёб твою мать, а! Какое же ты говно! Тупое! Давай, что ты будешь делать? Уже осталось чуть-чуть. Чуваки, блин. Просто урод какой-то оконченный. Ой-ой-ой, бляха. Говно-то такое. Победа! Фух, серьезно? А что, второго не надо убивать? А малыша? Либо того надо было убить? Иди сюда, крыска ты тупая. Боже, ты видел мою хп просто? Во всех мирах! Отсоедините вас и народ! Это без головы этот. Местами не менялись из года в год. Но коль были крысы покорнее овец, почему сгинул сын и бежал отец? Так, две искры, отлично. Фух. Так, а поглотить что, его не могу? Так, где-то храм был. Ага, вон храм. Давай сначала. Подожди, а вот это что? Сейчас открою ворота и еще начнется какая-то хрень, да? Использовать скульптуру? Нет пока. Манит величие на горизонт размыт, завесу тайны, путь к славе укрыт. Где он? Великий ветер Самадхи по округе гуляет, мощь свои небеса затмевает. Боюсь, желтая крыса помогут жетоны, их нужно забрать у ее приближенных. Боже. Боюсь, желтые крысы помогут жетоны. Ладно. О, так, отдых. Боже, ну какая это крыса конченая, а? Развитие, выбрать заклинание. А, изготовить, так. Изготовить оружие могу? Боже, чего мне не хватает? Воли не хватает. Вот сейчас можно, кстати, продать. Так, атака плюс 50, видал? Вот сейчас можно продать магаз. Продать давай, ну-ка, да. 600 продаю и вот этих 18. И все равно не хватит, наверное. Так, изготовить. Оружие. Нет, хватает. Так, значительно увеличивает шанс критического удара при атаке. Из невидимости во время прогулки по облакам. Так, ну ладно. Посох медведя ветров. О, уже имба. Уже имба какая-то прям. Так, а что-то там еще изготовить снаряжение могу. Новенькое что-то появилось, нет, все старое. Да, все старое. Вроде бы ничего нового.
Так, магазин изготовит лекарства. Нет, все. Отлично, посох теперь новый. И может дамаг хоть немножко будет у нас побольше. Так, поехали смотреть. Так, что мы прокачиваем? Здесь 2, здесь по 1. А, 1 и 2 опять. Так, после 6 успешных попаданий первыми 4. А можно как-то на урон что-то? Нету такого? Сейчас время действия черных напасть. Скажем, урон талант немного увеличит шанс критического удара. А, так, а здесь ударная стойка. Вот это что? Скажем, талант уменьшает затрат выносить на усиленные мощные атаки. Давай все заберем. Нахрен. Нахрен мне в этой стойке, если я сейчас со стойка выпада в основном играю. То есть мы вот так, так. Изготовить, развитие, выбрать, разжечь. Вот, разжечь искры, смотри. Заходим сюда. Здесь, значит, вернуть искру. Вот, возвращаю. Здесь возвращаю. Здесь возвращаю. Это что? Потратить очко концентрации на мощную атаку во время серии. Вот тут не могу. Вот, все. Я верну себе искры. Теперь могу. Так, теперь могу вот сюда все вкачать. Давай, выходим. Ну-ка, в развитие. Вот, теперь вот в эту стойку давай. Мы же в ней как бы сейчас. Чпонь. Чпонь. Это что, успешно применить статические отступления, сильный выпад или проделать уличный. Усиленную мощную атаку, удерживайте кнопку быстрой атаки, чтобы использовать вихревые выпады. Вот имба, видал уже. Так, 2 очка сюда. Ага, нельзя пробудить, почему? Требуется мощный удар 3. А где это мощный удар 3? Вот это? А, вот, 3. Максимальный концентрация увеличится. Ага, то есть я должен тут потратить. Так, ладно, тогда давай сюда. Теперь еще сколько у меня осталось там? 3 штуки. Мы можем вот сюда вкачать. Сюда вкачать. Так, сюда 2 надо. Последний, провести последний удар в серии быстрых атак. Быстрые атаки тоже надо прокачивать, видишь? Ладно, все окей. Так, ну понял. Так, смотри, можем использовать статую теперь. Вот, кстати, стойки, смотри, видишь, как меняется. Он там снизу, справа, слева. Это вот такой удар, типа. Но я сейчас пока вот такими выпадами буду пользоваться. Вот этим, поп. Так, хорошо. Давай, используем статую. Что это нам даст? Не хватает? Каменная твердость, тигриная чуткость. Не хватает каменная твердость, тигриная чуткость. Что за каменная твердость, тигриная чуткость? Это какие-то реликвии или что это? Это что за хрень? Мост? А, да, мост реально. А еще и вниз могу спрыгнуть, правильно? И по мосту пройти. А ну-ка, пошли по мосту. Куда идем-то? Боже, я не понимаю. Ого, там какой-то камень ходит. Да бери ты. Ты видел, там камень какой-то ходит. Ну это монстр, наверное, какой-то. В виде камня. Хер пойми, куда идти. Так, это мы оттуда прошли. Да? Да, ну пошли сюда тогда. А где этот камень ходил? А, вон. Боже, ты кто? Ты кто, мать твою? Боже. Реально куча. Ого! А, все, уничтожил. Воля 143. Вонючка какая-то лишь. Что это? Понять не могу. Так, а там мы молились, по-моему, Будде, да? Ну да, нам вот туда прямо. А, вон, смотри. Там какая-то медуза Горгона. Окей. Так, еще воля, отлично. Ладно, побежали туда. Что за медуза? Что за горгона? Здорово. А, ёж, что ли? Боже.
Ни хрена себе! Какой-то ёж! Чересчур жесткий! Фух! Подряд он, блин, не записан. Охренеть, какой-то какие-то жесткие типы прям вообще. Так, скала страха. И что? Зачем мне это показали? Ага, вижу еще одну эту. Ой-ой-ой, ты кто? Подожди, чел, я хочу его сначала достать. Что за хрень? Да подожди ты, где ты там, говнина? Я не вижу даже тебя. Ой-ой-ой. Сдох. А посох, смотри, у меня начал гореть, да? Когда я бью. Оба-на. Посмотреть. Не. Ого. Это что еще? Еще что-то нашел. Око Будды, важные предметы. Еще одно око. Мы до этого находили с вами какой-то предмет из Будды вытащили. И сейчас еще. Ну ладно. Ну, то есть, это в самом начале еще было игры. Мы там что-то нашли. Так, отлично. Нашли еще один алтарь. Можем ходить путешествовать. Так, отдых, изготовить. Отвар, магазин, изготовление лекарств. Ну, с лекарствами пока... Кстати, я лекарства не поменял. Где-то тут. Мне надо поменять на... Вот это, да? Долгое время увеличивает шанс критического удара. Да, вот с боссом тогда сражались, надо было это использовать. А я тупанул. Куда теперь? Боже, тут пипец локация. Ну ладно, давай вот этого валить, говнаря. Там уже видно будет. Ой-ой-ой. А я не отдохнул, да? Ой-ой-ой, ни хрена себе. Жопа шли. Ладно, сейчас отдохнем, пойдем. Сейчас. О, это уже... Это хрень прям. Ого! Да бей! Где ты там? Я не вижу ни хрена. Так, еще там тот, наверное, да, плюется. Как всегда, наверху его не достать, походу. Оба-на, еще и пещера. Что, пещеры какие-то пошли. Так. Ну, тут я не запрыгну. Он, по сути, очень-очень недалеко прыгает как-то. Как вот это говно достать? Видишь? Как мне достать, да? У меня даже и нету ничего. А, прикольно. Серьезно, так можно было? То есть нажимаешь, перепрыгиваешь. О! АТП-хался, видал? Чего? Ты это видел? Хорошо. Так, а мне же там что-то нажать надо. О, сундук. Сказали, я же что-то улучшил. Можно нажать и удерживать, и он там что-то будет бить как-то. Ну-ка. Как-то. Ну-ка, давай держим. Так, что ли? Нет, сейчас он так не бьет. Сейчас надо, наверное, накричать.
Нет. Черт поймешь. Сказали там нажми и удержи. А, боже. Искра. Прикольно. Пипец вот этих камней ходящих. Так, туда можно пойти, сюда можно пойти. Ну тут давай поглотим. Я же знаю, куда идти. Ой, ну я там что-то вижу. Это говно. Ага. А чё? Как бить-то? Я чё-то не понял. Нажмите, удерживайте. О, он ещё не сдох. Ой-ой-ой. Да твою мать, а! Чего-чего было? Мне как-то фляжка пополняется сама, кстати, вы заметили? Она стала пополняться. Важный предмет, око будет. Надеюсь, буду не разозлиться, что я тут какие-то статы ее уничтожаю. Кто ты? Ну да, кто-то Будда какая-то. Какая-то Будда. Будда. Да, Будда. Так, так, так. Куда идти дальше? Хрен пойми. Так, вообще очко навыка у меня есть. Надо использовать, наверное. Там вот этот чел опять. А здесь вот это. Да боже. Да запрыгни. Вот этот камень надо ногами пинать. А как удерживать, и говорит? Что-то я не понял. Там написано было удерживать, и он типа будет бить. Но как удерживать, что-то... Смотри, чуваки, так, давай, у нас же, кстати, очко же есть. Вот сюда, в стойке, вот, вот тут, вот. Успешно применив тактическое отступление. Ясно. Так, есть очко. Можем потратить, куда? С каждым уровнем таланта увеличится прирост очков концентрации. Или вот сюда, ну сюда два надо. Позволяет провести последний удар серии быстрых атак. Да, я бы вот это вот прокачал бы на всю, на самом деле. Вот, а потом можно... Значит, Паш, скорость восстановления выносливости. Вот это тоже имба, конечно. Ну ладно, пока, короче, копим тогда. Пока копим очки. Бери. Боже, как неудобно на одну и ту же кнопку вот это все. Все способки, все таланты, все. Увидал, фляга у меня пополняется. Вот и держиваю. Сейчас нажал. А, вот так надо было. Всё, понял. А что там мало все равно хпшки от него? Угу. Хорошо. Так, пополняем хпшечку. Thank you.
Все, убил. Крупица разума. Материал. Воля, пряжа, шелк. Отлично. Фух, ладно. Какие-то предметы собираем. Но это все для... Так, тут не гриб, надеюсь, не вылезет, урод. Так, смотри. Идем дальше. Тут у нас алтарь какой-то. Есть что-то? Просто алтарь? Ага. Ничего нету. Можем пойти еще. А, во-во-во. Смотри, рядом еще алтарь. Ой-ой-ой. Тут урод, а. Угу, понял. А, развалился. Ладно. Фух. Давай сохранимся. О, еще один ежик, урод. Не, давай алтарь активируем сначала. Опять там Будда, видал? Опять глаза валяются. Я так понял. Так, отдых, развитие, ну тут ничего, да? Ну по отдых давай, отдохнем. И все. Так, где-то чел наверху, да, вон. Пошли его сначала убьем. О, водопад. Сдохни. Ой-ой-ой, ты откуда? Давай вниз, чел. Я не хочу там с тобой на этой площадке маленькой драться. Воничаешь. Давай. Тактическое отступление имба, кстати. Давай. Убьет что? Хорош. Так, да, опять Будда валяется. О боже, только не ты, урод! Вот это он надамажил, конечно. Ага. Хать, как-то... Ну слабенько, кстати, бьет это, выпад вот этот, быстрыми ударами. Ну давай, ладно, забираем. Зачем мы эти глаза собираем, непонятно. Сколько у нас уже их? Че еще? Око Будды, важный предмет, смотри, ну пишет, что важный предмет. А чем важен? Смотри, вот три. Ого, око и статуями. Медитирующий Будда на скале стражи, вероятнее его можно куда-нибудь ставить. 99 общее количество. Смотри. Тут один из одного, тут 3 из 99. Их куда-то, говорит, око Будды, куда-то, говорит, можно вставить. Куда, блин? Там мост, там это... Но мы много пропускаем, мне кажется, на самом деле, чуваки. Смотри, можно туда пойти, можно сюда пойти. Здесь Басяндр, 100%. Давай посмотрим хотя бы просто, что за босс. По-любому ты какой-то говно, смотри, я уже вижу. Развалился что-то, оно соберется сейчас. Ну, конечно, предсказуемо, каменный страж. Ясно, понятно. Но это жопа, по-моему, будет. Что делать? Ой-ой-ой. Угу, понятно. Отнимаешь хоть чуть-чуть? Ой-ой-ой.
Понял. Ой, а чё хпшку-то не принял, идиот, я ж нажал. Так. Ясно, ладно, можно еще что-то принять, наверное. Ну такое себе, конечно. Понял, у него когда ноги... Ой, руки эти белее, значит... Да, твою мать! И хп не выпил! И... Ну, сейчас, видишь, сплошняком бьет. Давай! Как он бесит, когда он валяется, просто упадет и... Попал? По-моему, ни хрена не попал. А, еще этих вызывает. Просто гениально. Просто гениально. А у меня-то нет больше. А че не принимаешь? А сколько его бить? Кто-нибудь подскажет? Ого! Ну все, это другая. Все. Боже, сколько его долбить! Это дерьмо! Царев Гай в каменный страж. Охренеть, ты видал? Просто его хреначишь, 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 хреначишь. Я офигею. Ну реально, так, и сюда можно пойти. А как мы из виду потеряли этот? Цунами это вонючий. Сдохни ты, а, урод. Ты как сюда попал? Говно ты тупое. Так, давай дальше пойдем, просто посмотрим, что здесь. Ого. А что ты ржешь, как конь? А что? Что было? Да я ж нажал. Что такое? Да вставай! О боже! А ни хрена, они двое у меня просто закололи, видал? Он меня положил, короче, на землю и давай они мне... Хреначить! Божечки, ёжечки. Так, куда же идти? Куда? Что же делать? Там этот вонючий камень, его не одолеть. Можно назад еще как бы пойти, как вариант.
Ну вот сюда вот куда-то, смотри. И дал? Да как ты достаешь, ты, урод? Конченый, блин. Ясно. Не достали, а? Посмотри, что делать. Да уйди ты еще! Достал! Ну какое-то отравление на меня накладывает. Давай, выпей быстрей. О, жопа. Искра. Сдохну. Да, отравление наложил на меня. Ну ладно, зато еще одна искра есть. Мы можем прокачаться сразу, нахрен. Просто давай вот это вот все. Так, что тут? Позволяет провести последний удар в серии быстрых атак, даже когда запас выносливости истощен. Отлично. Прокачиваем. Дальше. Ну, дальше по стойке надо прокачивать. Видишь, а я теперь не могу сюда ничего потратить, потому что надо, говорит, еще сюда 2 очка вкачать, чтобы у меня вот этот уровень открылся. Мощный удар 3. Называется. Ясно, это надо 2 очка навыка еще потратить. Так. О. Еще смотри глаза. Видал? Вот здесь я не был. Пад. Эй! Кто там на меня нападает, уроды? Дайте мне. Смотри, кто-то бьет меня и все. А, он вон он. Угу. Гонман, бэби, был. Там наверху. Эй, парнишка, пойди сюда. Кто ты? Кто меня зовет? Опа-на, посмотри. Меня тут один засрать, волшебник замуровал в камни. Так еще на хребте камни оживил. Еще реброй каменный гуай. Зуб дарил, он про волшебника что-то знает. Если выведешь чего, я смогу выбраться. Камни превращаются в гуаев. Не в порядок. Понял. Да пошел ты, сука. Урод, а. Конченый. Там еще эти кидают, там эти. Да ты посмотри, а что творят. Ну, не гг. Быстрее валим нахрен, не застревай, тупая обезьяна. Собирай. Боже. Охренеть, куда это я бегу? А, ну это, по-моему, где я тут это, да? Находил алтарь. Нет? Это тут алтарь, да, вот оно. Фу, давай отдохнем. О, боже, пипец, жесть. Так, отвары еще какие-то появились. Смотри, что за отвары. О, череп козла. Использование бутылки недолго увеличит максимальный запас здоровья. Блин, а сейчас у меня что, в течение нескольких секунд после использования бутылки постепенно восстанавливает небольшое количество здоровья. Увеличивает максимальный запас бутылки. Ненадолго. Использование бутылки ненадолго увеличит максимальный запас здоровья. Блин, ну не знаю, такое себе. На самом деле.
Плохо, что одну только могу. Ну ладно. А там еще какой-то... Может, у меня еще что-то есть, кстати. Давай зайдем в бутылку. А где бутылка? Вот тут. Как-то я могу улучшить. Не, это же где-то здесь вот, да, получается. Вот это что такое? Древняя потрепная страница, на которой записан рецепт с надобью защиты от зла. На долгое время повышает сопротивление урону. Угу. Вот тут бутылка улучшается, да? Не, я забыл, как бутылку улучшать. Как-то же мы ее улучшали. Вот тут, наверное. В алтаре же, да? Вары. Да, в отварах, наверное, да? Да, вот тут мы меняем. Угу. 33 максимального запаса здоровья. А, макси 33%. Это в основном 20% максимально. И еще потом 25. То есть 45. Итого. Ну ладно, пока пусть это будет. Короче, ладно. Вон туда еще, видишь, можем пойти куда-то вверх. В гору. Вот. Смотри, можем вообще отсюда пробежаться. Пошли вы нахрен. Давай сбегаем, просто посмотрим хотя бы. Туда наверх, сюда наверх. Ага. Здесь урод. Иди в жопу. А, тут сундук. Ясно. Ну ладно, давай его убьем. Ты посмотри, и уйти нельзя в этот момент, когда он бьет. Сдохни. Фух. Он начинает когда так бить, и ты нажимаешь уклониться, он не уклоняется, он просто в тебя... Кто так бьет, бьет, бьет и бьет. Хрень какая-то, крупится так, шелк, воля. А, ну понятно, тут у нас ни хрена нет. По большой сути. Короче, ладно, давайте на этом, наверное, заканчивать. Я не знаю, куда идти. Будем разбираться в следующей... А, вон он, смерч. Будем разбираться, короче, в следующей серии, чуваки, потому что... Угу, ясно. Сейчас восстановится. На, урод. А, сдох. Ой, хорошо. Вот уродец сидит. Сдох. Вонючий плевуны, как я вас не терпеть не могу просто. Кончи тупые. Ну куда-то, короче, вон туда, где домишки надо, где вот этот чел сказал, что, говорит, здесь какой-то урод меня заколдовал, вот туда, наверное, пойдем. Гениально. Ну, нажимаю уклониться, сука, просто идиот. Ну, пипец какой-то. Сдохни. Да что у него там, блядь, вылетает? Гениально. О, вот уродина, а. Вот уродина, какие же конченые враги здесь, а. Я представляю, что дальше-то будет. Ага. Да куда? Да куда? Твою мать, урод! Ладно, все, ребятки, на этом закончим.